Мне 35 лет. Если в ближайшие 2-3 года я не поступлю в отряд космонавтов, будет поздно. Вы сумеете убедить комиссию в том, что ваш опыт владельца и руководителя сети спортивных магазинов нужен космосу? Да, конечно, нет. Да, медкомиссию. Вот только как ее пройти? Проходите, пожалуйста. Но как? Почему? Здоровый человек, которого проверяли, перепроверяли, потом снова проверяли. Погиб от остановки сердца. Диплом, трудовая книжка, рекомендательное письмо. Все документы настоящие. Почти настоящие. Вся подготовка космонавтов с медицинской точки зрения изменится. Вы понимаете это или нет? Это можно только пережить, а объяснить нет. Ладно, сегодня просто поплаваю, не торопясь, без усилия, расслабься.